Ансамбль «Мэнго» – старейший и самый знаменитый танцевальный коллектив из Петропавловска-Камчатского. В свое время артисты объездили весь мир и теперь дают концерты у нас, во Владивостоке. Звучание шаманских бубнов, пронзительные крики чаек – танцорам удалось воплотить в своем искусстве душу и атмосферу далекой и удивительной земли. Артисты ансамбля не только представляют миру оригинальную самобытную школу карякской хореографии. Благодаря мэнго творчество коренных народов севера России обрело новые, более совершенные сценические формы. Мы не хотим, мы уже показываем. Программа, ну, то, что просили, час. Вот мы выбрали номера, которые могут быть. Вот, и показываем и здесь, и на острове. Во Владивостоке мы... В свое время много раз бывали, но сейчас немножко пореже. На фестивале культур созвездия Дальнего Востока выступят лучшие танцевальные коллективы региона. Собрать такую внушительную делегацию удалось благодаря Восточному экономическому форуму, который в эти дни проходит на Русском острове. С 2015 года, когда стартовал ВЭФ, самые лучшие творческие силы, самые лучшие творческие делегации приезжали на остров Русский и демонстрировали свое творчество для гостей форума. И в прошлом году мы вынесли такое предложение, чтобы владивостокцы, гостям города, которые не имеют возможности попасть на форум, чтобы они смогли увидеть эти замечательные концерты. Вот. Тем более творческие коллективы все равно здесь, они все равно работают, и им тоже хотелось бы показать свое искусство для наших жителей. Концерты проходят в течение 5 дней. Ежедневно выступают по 3 региона. Каждой творческой делегации выделяется час. В течение года мы собираемся с мыслями, мы готовим творческую программу, делегацию, то есть и действительно выбираем лучших, кто поедет, и, ну и как бы ждем всегда этого. Каждая труппа везет этническую картинку. В этом году Сахалин представил корейский ансамбль. Гала-концерт всех регионов созвездия Дальнего Востока пройдет 14 сентября. Он начнется на спортивной набережной в 19 часов. День закрытия ВЭФ 16 сентября здесь выступит эстрадный оркестр Приморской краевой филармонии под управлением дирижера Дмитрия Бутенко. Катерина Матвеева, Станислав Лазебный, новости на восьмом.